Так, ребят, всем привет. Сегодня мы запускаем игру, называется Little Hope. Это из Dark Pictures Anthology. Собственно, игра является игровым, ну, игровой кинишкой. Это уже вторая часть серии. Вот. Посмотрим, чем порадует Man of Medan. Кстати, я не проходил, но это дело времени, я думаю. Сейчас, секунду. Тыкворец, Саша Плаксин, привет. Привет, ребят. Спасибо, что зашли. Так, ну что, поехали. Поехали проходить. Начало. Многообещающее, да? Игра вышла буквально пару дней назад. Закусочная на дороге 21-42. Да, от создателей этого Until Dawn. Вот, Man of Medan. Это первая часть. Little Hope, вторая часть. Until Dawn — это типа отдельная вселенная. Я в нее не играл, так чисто посмотрел только начало. Кстати, о начале. Настройки. Звук, язык, экран. Громкость музыки. Вначале саму музыку уберем, чтобы не предъявили за права. А потом, наверное, добавим. Или же... Ладно, потом убрею, хрен с ним. Да, сохранить настройки. Ладно, поехали. Чем порадует, собственно? Не предъявили за права. Автобус, люди. Куда-то едут. Не, ну ёбальники, конечно, у них кукольные, это как обычно. Файфабер, привет. Спасибо за лайк. Спасибо. Да, что такое? Впереди не проехать. Авария, пришлось дорогу перекрыть. Ясно. Мы направляем всех через Little Hope. Все нормально? Вас ничего не беспокоит? Все нормально. Просто хочу довести своих пассажиров. Кто водила шугает? Вряд ли их потревожит небольшая задержка. Дорога на восток. Задержка. Как раз через Little Hope. Времени почти не потеряете. Зловещая музяка. Кстати, вот я насколько заметил, по сравнению с остальными персонажами, вот еще водилу и мужика в очках более-менее профессора нарисовали. У остальных там ёбло похоже на этот, как его, на Андромеду Mass Effect. Мне все равно легче каждого времени. Мы не туда едем. Ерунда. Небольшое. Это не ерунда. Спокойно. Это не ерунда. Джон, не говорите со мной таким тоном. Можете потише.
маленькая девица, как обычно, на дороге. Клише. Курс изменен. Из-за девочки, стоящей на дороге, водитель автобуса не справился с управлением и попал в аварию. Окей. Но хуже, это маленькие девочки. Финоскоп, привет. Спасибо за лайк и коммент. Ну хватит, Джеймс. Ты знаешь, как меня злит, когда ты не принимаешь меня всерьез. Я знаю, дорогая, но у меня был трудный день. Чего это за фраза? Неужели они опять за старое? Ну да. Да, эта девка была перед автобусом. Напился. Ну надо же. Я просто посмотрел с парнями матч, милая, и все. Как же все? Блядь, а какая у тебя ебаник. Прошел слух, что кого-то могут сократить на фабрике. Ты годами это повторяешь. Меня больше беспокоит Меган. А что с Меган? Ничего такого не вижу. Ты как напьешься, ничего не видишь. Преподобный Карсон задержал ее после молитв. 4 раз подряд. У нее проблемы, это важно, Джеймс. Ты слишком над ней трясешься. Мне сейчас не до этого. Какой сюрприз? Представляю, как бабка стоит и над ней трясется. А когда тебе будет до этого? Я придумала проблему на пустом месте. Делаешь из мухи слона. На пустом? Да вся семья на ней одной держится. В игрушку-то поиграть на геймпаде. Такие обычные игрофильмы удобнее все-таки на геймпаде играть. Может быть, у нас свои дети? Ничего такого бы не было. А вот это просто подло. Или просто ты не привычки. Видишь, как мне не из-за только этого тяжело? Тебе тут тяжело! Дела на фабрике идут совсем скверно, Анна! Я не шучу! Не сейчас! А, он не шутит. Не сегодня. Черт. Девица мелкая, кстати, немножко правда похожа на девочку из Silent Hill. Прям вот что-то у нее такое есть. То ли причесон, то ли ободок, это дебильный. Дом семьи Кларк, Массачусетс. Таня опоздает. Это ее новая фишка. Да, ну и причесон этого оружия. Так, что промолчать, как? Та-та-та-та-та, навсегда не поздно, оставь ее. Навсегда поздно. Таня всегда опаздывает. Не, неправда. Как начала встречаться с ним? Парень явно ей не пара. И этот его стрёмный New Age напоминает какой-то жуткий культ. Так они тут все не очень-то одеты. Он тут заходил на днях. Мы слегка потолковали. Он клёвый. Это классика. Причём тут автобусы, этот дом. Альбом. Слышь, перестань её лапать. Батя, охуёшь. Взял, переключил. Девица тут слепла возле телека. Годзилла, упорно. Разуй глаза, тут же пластинки. А, она случайно. Не надо с ней так жестко. Она случайно. Меган, все происходит случайно. Угу. Короче, я недолюбливаю, вот я смотрю в этой семье. Ну что ж. Замерзла. Серьезно, дверь замерзла. Вот какая там должна быть погода. Если минуса. Если дверь не починят, придется через окно залезать. Негр. Он умрет первым. Как всегда бывает. Знаю. Он опять налокался. Они грызутся с тех пор, как отец вернулся. Что на этот раз? Напился, да. Отец напился. Кто бы мог подумать. Они все время ругаются, одно и то же, как старая заезженная пластинка. Деннис, я 1000 раз говорила, чтобы ты отнес свой хлам на чердак. Эй, а нельзя повежливее? Это не хлам, а редкая и очень престижная коллекция. Как будто им коробочка с пластинками ходить мешает. Можно углу поставить. Как будто в прошлой жизни сержант. Что, мамаша? Мамаша сержант? С ним-то что? Фюрер. Он просто Деннис. Он такой козел. Давай просто Деннис. С ним? Да все как обычно. Он просто Деннис. Какой сюрприз.
Короче, два брата и сестра, да, я так понимаю? Сестра старше. Батя синяк. Эй, Деннис! Мамка чмо. Девка мелкая, эй! Зловещая какая-то. Не сейчас, я занят. Не мешайте, когда я играю с пылесосом. Ну, сейчас еще и пизданется. Успокойся ты! Странная девка. Боже, напугала меня. Появляется из ниоткуда. Вы тут говорили обо мне? Не сейчас, Меган. Я просто хочу принять ванну. И отдохнуть от этого. И вали отсюда нахуй. Че на лезет? Дай матери помыться. Приемный. Ну, хоть матери. Ключик пизданула. Ах ты, крысюка, блядь. Мамашу запрет. Может, поговоришь с предками? Мне лучше не встревать, ты же знаешь. Я могу сделать только хуже. Кажется, судя по выжигу, сестра работает серьезно. В каком-то то ли баре, то ли хер знает. Обычно у них такие вот официанток такие. Меня это не удивляет. С ней точно что-то не так. Не понимаю, чего к ней все цепляются? Ладно, мистер благородный рыцарь. Ладно, где там, блядь, лёгкая принцесса? Так, посмотришь, лучше ее не трогать. Посмотришь, как она. Меган наверху. Посмотри, как она. Если ты не слишком занята. Пойду к ней. Нажмите, удерживайте. Ну, как обычно, короче, крутить предметы. Yes. И такое видели. Батя защемал. Так, нажимайте в такт. Давай. Геморраут, привет. Мы тут в игровое кинцо лупим. Dark Knights Game, привет. Здорово, здорово, здорово. Всем, ребят, привет. Вы что, зашли, подержали? Ты смотри за своей сестренкой, ладно? Мама беспокоится. Так, он телек выключил, но все равно батя проснулся. Таня пошла. Ничего, пап. Батя сейчас спокуха. Таня пошла. Попробуй сам такую семью вырастить. У тебя выключил YouTube стрим. Сегодня он опять глючит. Хреново. Будем смотреть. Так, используйте ел, чтобы двигаться. Двигаемся. А, проблема большая этих игр, то что они так медленно тут ходят. Просто это такое ощущение, да, что они специально разрабы тянут геймплей. А. Что тут у нас? Открыть. Закрыт. Так, это кухня, насколько я понимаю, да, у них? Так. Меган Кларк. Короче говоря, это оценки. Меган. Это, по-моему, это мелкая, да, вроде девица. Ого. Меган и вправду натворила дел. Делов тут достаточно, дуэт. Так, что дальше? Чайник, а ты не хочешь выключить? Ладно. Ну, прошу прощения. Часы. Я бы такие часы удалил вообще с квартиры, чтобы не обосраться лишний раз.
Тоже закрыто. Так, здесь я был. Здесь батя, да, сидит? Там еще какая-то дверь есть. Вот здесь. Ладно. Смотрим. Хоть отвлекусь от этого дурдома. Да, посиди книжку. Новая Англия, что-то ведьмы какие-то, Триллс. Не знаю, Триллс, слово Триллс. Ну да ладно. Энтони, где тебя носит? Батя, Энтони, видели, батя исчез просто с дивана. Энтони, ух, испарился. Он испарился. Энтони, если ты мне сейчас не ответишь... Это называется баг. Ты прав насчет моей семьи. Евгений Огурцов, привет. До Silent игры больше, чем далеко. Аня, какой-то монстр с девочкой пиздит. Мерзавка меня закрыла, а тут не жарко. То, что Silent на минималках, это чувак, это сарказм. Таким играм, игровым фильмам вообще, в принципе, до каких-то либо игр далеко. Просто элементарно по геймплею, да и сюжетно тоже они вот такое себе. Да, у них есть развилки, но их не так уж и много, как они там позиционируют себя, разработчики там типа, блять, можно там 18 способами игру пройти. Да нет, нельзя. Ты серьезно, что ли? Нет такого. Пожар, короче, начался. Куколка загорелась. Кукла хуюкла. И батя спит. И этот тоже по-мудацки закрыт. Мама! И мать закрыта, блядь. Чё за ёбнутое стечение обстоятельств? Энтони, спаси! Почему так тупо? Вообще, по идее, у них в ванных комнатах всегда есть окно. Туалет с ванной совмещен, либо просто туалет, либо просто ванна. У них всегда есть окна. В США, блядь, это принято. Чувак на этом, на чердаке, который тусуется, по идее, у них тоже должно быть окно. Я не совсем рассмотрел фасад здания, но, по-моему, там у них тоже окна были. Чувак может выбнуть окно и прыгнуть на землю, чё. Ты же видишь то, что ты сейчас угоришь. Да, вон, на заднем плане, короче, я вижу то, что у чувака, блядь, на заднем плане чердака есть окна. Он может их выбнуть и просто выпрыгнуть. Ой, блядь, ладно. Эй! Энтони! Вот, прыгай с этого, блядь, прыгай с крыши. Какого хера ты там делаешь? На чердаке застрял! По-мудацки застрял, причем. Энтони, где ты? Кстати, там высота не очень-то большая, блядь, он мог бы с лестницы ебнуть. Ну, без лестницы, просто спрыгнуть и убежать. Ну, выбивай окна. Выбивай окна, придурок. Батя сдохнет, бей его. Батя проснулся, охуеть. Когда полхаты загорелась, он уже встал. Да с как он должен быть наебанный. Ну, мать в тупую тоже сдохнет, то я смотрю. А где сестра эта рыжая? А, девка моя. Ища, я одобряю. Все, пиздец, батя завалила. Кстати, тоже вот вопрос. По идее, чтобы балки там начали крушиться, либо крыша опадать, дом должен прогореть, ну, как бы на большой, как, ну, процент, скажем так, на большой процент дома должно сгореть, чтобы он начал рушиться. Откуда это упало, хуй знает. Там же вроде полы-то не очень-то прогорели, потому что в соседней комнате находится у них кухня. В кухне начался пожар. Значит, в этом районе, в районе кухни должны как раз балки валиться, если уж так на то дело пошло. Как батю завалило? Что за хуйня?
Ну ладно, допустим. Один персонаж читает слип. Мамка тоже в тупую подохла. Ну, с таким ебальником не удивительно. Это, я так понимаю, газ взорвался. Так, балкон, баба. Меган — это девка. Помочь Тане? Давай Тане поможем. Пизду эту зловещую девку. О, пиздец, она сгорела. Сама вот пожар устроила, сама и наебнулась. Энтони! Сюда! Где логика? Что за хуйня? По идее, она как... она как, короче говоря, плохая девка, которая учинила пожар, должна съебаться первой из дома. Что, блядь? Поджечь саму себя? Странно. Вот это чем мандаложка с балкона не прыгает? Лезь в окно, слезь по трубе. Давай по трубе. Попробуй слезть по водосточной трубе! Что? И стоит тупит, блядь. No. У людей совершенно напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. Блять, вы серьезно? Нахуй они сами выпиливаются, чё за пиздец? Почему шарф у нее не порвался? Она весит килограмм, ну блять, ну она весит килограмм 60-70. Какой прочности должен быть шарф, из каких ниток он должен быть связан, я не знаю. Он вязаный шарф. Это показывали, у нее вязаный шарф. Который, кстати, она... Который даже она при входе в дом не сняла и почему-то попиздила на балкон. Ладно, хуй с ним. Почему она, падая с крыши, этот шарф просто не порвался? Не отлетела там какая-то хуйня, за которую она зацепилась? Вопросов дохуя. Ладно, давайте. Давайте, веселите меня. Погоди, а зачем заново начинать игру? Зачем начинать заново? Это ж только начало. Где-то примерно в фильмах трех или четырех фильмов ужасов, ну это типа Омен, еще что-то, я видел вот такой тупой слив персонажей, типа человек там падает и, блядь, на нахуй, прямо на штыри. Сука, этот чувак жил у себя в этом доме, по крайней мере, ну сколько, ну какое-то определенное количество времени. То есть он знает то, что у него ограда с острыми колями прямо под домом. Он висит, блядь, на этой хуйне, висит, держась за карниз, соскальзывает и падает ровно туда. Это, блядь, так тупо. Короче, все выпилились к хуям собачьим. Окей. Чё там за чел прибежал? У него спички, значит, могут на него подумать. Мама! И убежал в закат, нахуй. Охуеть. Да. 5 баллов, нахуй. Один из немногих тупых вариантов. Один из многих тупых вариантов слива персонажа. Won't you spare me over till another year? Прикольный саундтрек в Until Dawn в начале. И здесь тоже, вот я смотрю, вроде ничего такой, кочевенький. Это, я так понимаю, хранитель склепа, так называемый, да? Рассказчик.
немного слажа. Зачем заново начинать? Это только начало. Это не играющий. Это какая-то странная вставка, и пока непонятно, почему показывали этот дом. Я пока не знаю. Скорее всего, так сделано, ну, как бы по игре, потому что, ну, они же не могут, как бы ты в самом начале всех персонажей проебал, и все, и конец. То есть, нет, это, скорее всего, просто начало. Чувак в котелке. Это, короче, у нас это главный рассказчик. Until Dawn был психолог, тут непонятно кто, просто, наверное, рассказчик. Ладно, окей. Это вы? Приветствую. Да, это я. Мы ведь с вами раньше не встречались. Здорово, ёпта. Неважно. Добро пожаловать в хранилище. Я же говорю, хранитель склепа. Страж всех этих прекрасных историй. И у меня есть особый рассказ именно для вас. Давай, телевидение, просвещай. Там книжка с кораблем была. Это типа отсылка на Man of Medan. Уверен, беспокоиться не о чем. Эта история пока не завершена. Написана не до конца. Играл в первый час этой игры. Ее закончили. А, демо-версия, что ли, была или что? Пожар? Или вот ты уже когда вышел на игру играл? Что случилось, случилось. Или нет? Или да. Думаю, лучше смотреть в будущее. Жизнь только тень минутная, да? Сейчас вы посетите непонятный, может, тревожный мир. Насколько тревожный зависит от того, во что вы поверите, а насколько непонятный – от выбранного вами пути. Ну, как обычно это было. Есть бесчисленное множество направлений, по которым можно пойти. Да, она требовательная, похоже. Мы редко обладаем, ну, как бы, всей информацией. Точнее, не могу тебе сказать, насколько она требовательна. И надеяться достичь. Ну, допустим, на плойке четвертый тянет. Ну, я играю с компа. Результата. Как и в жизни, ваши решения важны. Ну, опять бла-бла-бла, ваш эффект бабочки. Ваш выбор затронет судьбы других. Вы видели начало истории. Так много смертей. Сколько их еще будет, зависит. Он имеет не то, что я видел начало истории, это когда весь дом спалили куям собачьим, никто не выжил. Вот это начало. Или же все-таки это отсылка на раз на то, что Dark Knight Game говорит, то, что отсылка на... про корабль Man of Medan. Не знаю, ладно. От решений, которые вы примете. Опять бла-бла-бла, решения разум, важны. Эмоции. Слушайте разум или сердце? Верного ответа нет. Иногда лучше одно, иногда другое. Иногда другое, иногда просто помолчать. Позвольте, ну, понятно. Дать вам один совет. Какой? Всего превыше верен. Будь себе. Но... я здесь, чтобы фиксировать ваши действия, а не помогать вам. Я ведь понял, должен уже вмешиваться. Не мое. Ну вот, да, Pictures Man of Medan. Это первая часть вот этой вот. Их будет частей 6, по-моему, как заявляют разработчики. То есть вот это Little Hope, это вторая часть. Первая Man of Medan. Будет еще там где-то 4-5, не знаю. Да. Коротенькие игровые фильмы напоследок. С жуткой тематикой Little и все Hope такое.
есть картины, которые показывают возможное будущее. То, что произойдет. Until Dawn были тотемы. Или же тут картины. Нет. Ищите. Они могут помочь. А может быть и нет. Вот, кстати, в Until Dawn особо вот эти тотемы при нахождении не помогали, как бы. То есть ты его найдешь, ну посмотришь, как бы, ну ты немножко знаешь, что какой-то фрагмент произойдет. А может быть и не произойдет, как бы. Ну, прямо вот, ну, таким макаром они, короче говоря, тянут геймплей. Исследуй местность. Ищи тотем, ищи картинки в данном случае. Счастливо. Нет, я ее не покупал. Я, так я ее не покупал, нахрен тратить деньги. Взял да скачал. На плойке, по-моему, она 1200 сейчас стоит. Может быть, больше даже, я даже не смотрел. Короче, бесплатно. Нахрен на такое тратится? Вперед. Никто из собравшихся не знает, почему произошел этот несчастный случай. Но мы можем утешить себя мыслью, что семья теперь вместе. Навеки. В любящих объятиях Бога. Нигера показали. Он помрет первым. Так всегда бывает. Как в обычных слэшерах бывает. Первый подыхает либо нигеры, либо кто трахается. Либо нигер, который трахается, по-любому сольется. Что-то они как-то деревья не очень прорисовали. Ну ладно. Когда такие игры часто выпускают, ну там, допустим, каждый год, полтора, они слеплены, как правило, так вот. Ляп-ляп. Эндрю, 18 лет. Студент. Колледжа. Тревога, отстраненность. Так себе актер, кстати. А что, сложно найти Resident Evil с русской озвучкой? По-моему, не очень. Ладно. Тейлор, 22 года, студент колледжа, упрямство, чувствительность. Джон, 43 года, профессор колледжа, рациональность, властность. Где Дэниел? Он, типа, я не вижу его. Злой гей, властность. Ой, блядь. Ладно. Может, поможешь? Так, погоди. Рыжий. Согласен. Вот этот студент, профессор колледжа, это, по идее, батя, который спал пьяный. Таня, которая повесилась, как мышь, нахуй, в холодильнике, это вот эта вот рыжая бабенца. Ковалять. Ладно, краткость. Чего вы от меня хотите? Позвоните. Нам нужна помощь. Позвоните. А есть что? Куда позвонить? Гениально. Я уже пыталась позвонить. Да. Нет сигнала. Попытайтесь еще. Козел. Надеюсь, он это разглядит. Мудила еще. Ладно. Прямство повыше. На отношения с Джоном. Эндрю, дружище, как вы? Где мы? Что случилось? У рыжего память отшибла, я смотрю, да? Все целые, напугались только. Понятно. Я никакой аварии не помню. А, похоже, вы в шоке. Еще и сотрясение может быть. Вам надо прийти в себя. Не двигайтесь, сидите. Автобус, в принципе, его там особо-то и не крутило, чтобы там у всех распидорасило по дороге. Рыжего что, вытащили из автобуса? Или он вылетел через окно? Странно. Ладно. Вопросов пока до хера, короче. Автобус не хуй-то и врезался, чтобы вот там. Дерьмо. Бесполезная дрянь. Кусок говна. Так, успокойтесь. Мы что-нибудь придумаем. Слушай, Dark Knight, попробуй этот как скачать на RuTorq. Смотри, может там до хрена версий этого с резидента было. Дэниел, 20 лет. Добродушие, защита. Где телефон?
Это вот брательник, который на чердаке был. Который выпилился через колье. Анжела, 48 лет, взрослая студентка, грубое понимание. Подожди, а почему это взрослая студентка? Она типа, что, блядь, лет 45 пошла учиться? Так можно было? Тебе игра не нравится? Да нет, почему? Она забавна. Я более так, знаешь, это с насмешкой к ней отношу. Потому что, как фильм ужасов, это слишком клишированный фильм. Как хорошо! Слишком до хера клише. Тейлор, ты в норме? Геймплейная она, в норме! Ну, никакая. И мы, кстати, тоже целы. Ну, как вы там? Как вы там? Короче говоря, поражать можно. Знаете, почему поэтому мы разбились? Поэтому я не стал ее покупать. И, не так, точно. И серьезно, тоже не очень. Похоже, водитель пытался объехать что-то на дороге. Кстати, он с вами? Нет, ты водила, что, не видели. Полз, что ли, странно. Здесь его тоже нет. Можете сюда забраться? Подъем крутой. Но я вижу тут тропинку. Класс. Идите по ней. Выведет к дороге. Профессор и четыре студента там. Ехали куда-то. Хорошо. До встречи. Тейлор, помогите поднять Эндрю, пожалуйста. Стоп. Я ничего не помню. Я вот не помню, на какой я, кстати, насчет Сайлент Хилла 7-го. Я не помню, на какой я с озвучкой ее проходил у себя на канале или нет. Или просто были субтитры. Блять, что-то правда из головы вылетело. Почитай вообще в целом, допустим, на Википедии или еще где-нибудь. Может быть, эта игра вообще, в принципе, кроме субтитров, ничего не имеет. Может быть, там озвучки нет. У вас сотрясение. Я Джон, ваш профессор в колледже. Мы ехали на экскурсию в автобусе, вот не доехали. Аварий в программу не входит. Жаль, найдем интересно было бы аттракцион. И помощь. Можете считать это упражнением на закалку характера. Так, а что, я не вовремя нажал? Ну, вы справитесь. Может, водила маньяк? Может, и маньяк. Не знаю. Так, я не ту кнопку жму. Давай. Вот, видите? Мне снился сон. Такой реальный. Нас окружал огонь. Жуть. Видно, ты нехило по башке огреб. Тропа, которой пошли остальные, ведет на дорогу. Встретим их там. Зачем уходить? Давайте это обсудим. Уходить глупо, удобнее подождать у автобуса. Нет, просидим тут всю ночь. Лучше будет найти остальных и всем вместе пойти в город. Поищем там помощь. Где водила? А где водитель? Должен уже вернуться. Он как раз поступил разумно. Пошел в город за помощью. Вы правы. Идем, я с вами. Я прав? Чем быстрее найдем помощь, тем раньше вернемся домой. Ощущение, что он как будто бы вы первый раз в жизни прав. Идите за Джоном, встретитесь с Анджелой и Дэниелом, найдите водителя автобуса. Остались. Может, он не понимал? Шок у человека. Мы его пассажиры, он за нас в ответе. Как это взял и ушел? Стой, не туда идешь. Надо идти к городу. Так. Вместе, втроем. Сейчас пойдем обязательно, не переживай. Дикая магия, история современного язычества. Откровение опровергает множество исторических заблуждений, вдохновляющая работа, Энн Джексон. Удивительно глубокое понимание вопроса. Ну ладно, давайте книжка читать. Четвертая глава. Предметы, связанные с языческими верованиями. На протяжении веков священные предметы связывались с поклонением языческим богам. Предметы сами по себе не имеют силы. Они сфокусируют, направляют энергию их пользователя. Их форма несет смысл. Предметы могут привлечь общение с предками и поиски духовных ответов, погружение в глубокую интроспекцию или интерпретацию сообщений из космоса. Ну да ладно. Чего мне актер не нравится? Да не знаю, у него морда обезьяне. Языческие предметы часто ассоциируются со злодеяниями, особенно в фильмах и книгах. Например, нож от там на самом деле используется для направления магической энергии. Ладно, пизуйте. Книжки тут читать смысла нет, по-моему.
Ну, короче, да? Читались. Вот что делать нехер, идем по прямой. А вот можно как-то побыстрее это делать? Подожди, что? Ну да, она так вроде чуть побыстрее идет. Зажимаешь, короче, бампер левый, и она пошустрее двигается. Окей, блядь. Так, здесь может быть скрытая информация. Добро пожаловать. Little перечеркнуто, оставь надежду. Welcome, Little Hope. Окей. Вы о нем слышали? Little Hope. Нет. Нет, не думаю. Так, Майл, привет. Вы должны знать о Little Hope. Действительно, где я должна о нем слышать? Серьезно, это историческое место. Это очень любопытно. Откуда вы все знаете? Откуда вы все это знаете? Ха. Я ведь преподаватель, читаю книги. Не то, что вы. Да вы прям Эйнштейн. Все ваши знания есть у меня в смартфоне. Вот только без сигнала они вам недоступны. Ну да, логично. Если труба наебывается, интернета нет. Что тут больше ничего посмотреть не надо? Рыжий какой-то отстраненный, блядь. Совсем такой. Включай. Пушку пизданул, что все забыл. Странная хуйня. Рад вас видеть. Ну, наконец-то. Люди за решеткой. Все в порядке? Мы в норме. Но на воротах цепь. Не пройти. А перелезть? И что теперь? Все, пиздец. Поищите. Будет там Может, жить. Мы сможем чем-то сломать ее? Не, можно через забор еду перебрасывать. Нет. Забор не перелезть, там проволока колючая. Готов? Готов. Я буду толкать отсюда. Готов. 3, 2, 1. Давай! Вот это я понимаю. Молодцы. Ну, нихуя себе. Вот пиздец. Цепочку сломали. И что теперь? Пойдем в город искать помощь. Вы в курсе, где город? Да, мы рядом с Little Hope. А в какую сторону? Название. Не поверите, но у Little Hope и правда мрачная история. Может, сразу пойдем? Без ваших нудных лекций? Слушай, а ты начинаешь меня раздражать? Отношения с Джоном наебывается. О, это еще ерунда. Продолжать? Немного манер. Это просто. Охренеть. И по пути ты обливала Тейлор грязью. Что она говорила? А ты всегда за спину парня прячешься? Попробуй сама за себя постоять. Собираюсь с тобой я спорить. Я не собираюсь с тобой больше спорить. Сраная бабулька. Может, хватит? Нам тут и без тебя проблем хватает. Что ты лезешь не в свои дела? Мы только зря теряем время. Может, пойдем, пожалуйста? Думаешь, это хороший план? Идти в город? Почему нет? Я, конечно, уже согласилась, но что-то не уверена. Что предлагаешь? Может, вернешься со мной к автобусу? Окей. Так они двое уходят. Я настаиваю, что разумнее будет держаться вместе. Сами спасибо скажете, когда мы поймаем весь пиздорец бабушку и начинается. Спасем вас всех. Заблудились? Нет. Мы... Опять тут? Как это возможно? Какая-то странная херня творится. Эрабора какая-то. Боже, то лишился гордости, то дорогу. Они идут в одну сторону, возвращаются обратно. Ты к чему ведёшь? Ты голову потерял. Так не бывает. Не знаю, что вы пытаетесь доказать, но у нас есть дела поважнее. Дэниел? Эй, осторожно! Аккуратно. Хватит прикалываться, что тут вообще происходит? What the fuck is this? Мы пойдем вдвоем. Это уже не смешно. Подыграйте где толпой? Мне. Они зациклены, короче, возвращаются. Что?
Я в другую сторону шла! Ну, это ловушка! Выхода нет! Ловушечка. Я не понимаю. Точно. Мы шли в противоположную сторону. Так, почему мы снова здесь? Ладно, знаете что? Коротко. Пойдем все вместе. Мы пришли оттуда, значит, сможем туда вернуться. Очень прошу, держитесь рядом. Не отставайте. Хотите, чтобы мы гуськом шли? На четвереньках. Ладно, ладно, иду. Не, ну бабка, если хочет, она может и гуськом идти, почему бы нет? У нас свобода выбора. Ну, не обратно вернуть. Признаю, это немного странно. Не немного. Не странно. Я же говорил. Как я и говорила, это ловушка! Отсюда не уйти! Что нам делать? Успокойтесь, дышите. Тут должно быть разумное объяснение. Может, мы погибли в аварии? Да, хорошая теория, но я уверен, что мы по-прежнему живы. Сайлент Хилл... Вы вроде писательское мастерство преподаете, не метафизику. Сайлент Хилл была подобная. Это все из-за вас или дурацкой туман, поездки. И мы застряли нормально в этом прийти духу. Никуда не может, вы только чисто кобрю. Тут что-то подобное, я не короче. Я знать, что автобус перевернется. Я не виноват. Хватит херню нести! Следите за тоном! Я пытаюсь понять, что происходит. Так же, как и вы, и все остальные. Простите, царянчик. Не понимаю, что происходит. Я не могу понять. Все, как ты сказал, мы застряли в кошмаре. Тише. Все будет хорошо. Мы вместе найдем выход. Короче, за истерику надо было извиниться. Кто-нибудь думает, что справится лучше? Ну, вперед! Может, это глюк? Нам нужно выбраться. Дайте сосредоточиться. Немедленно. Что? Можете все заткнуться. Рыжая чуха. Так мы не найдем помощь и не выберемся. Он прав. Взаимные обвинения ни к чему не приведут. Нам надо действовать сообща. Спасибо. Ну, так собирайтесь и пиздуйте. Используем логику. Туман отделяет нас от автобуса. Но между нами и городом тумана нет, значит, пойдем туда. В чем смысл? Удаляться от автобуса! Вот доебалась до этого автобуса. Смысл? Нет, нихера. В автобусе нет ничего, что может нам помочь. А в городе будут люди, телефон, что-нибудь. Больно признавать, но он прав. Кроме долбанного города нам больше некуда идти. Да, вот как раз есть куда идти. Автобус же ехал с заправки. Свернул куда-то и потом... разъебался. Им нужно, по идее, в противоположную сторону идти. К заправке, туда. Нахрен им переться в незнакомый город. Может, там маничело какое-нибудь сидит. Йоу, люди, включите башку. То, что профессор призывал всех вернуться к логике, отключилась нахуй логика. Говорились. Ты уходишь? Куда это ты? Это инстинкт самосохранения. Давай, опять же. Пойдем с ними. Пока все не поймем, надо быть вместе. Двигаемся. Так, а тут ничего. Давай посмотрим. Что. Ничего не блестит. Блестит. Картинка первая. Давай. Кошка. Пистолет. Хорошо, посмотреть можно. Надо обратить внимание, какая рука поднимала этот стол. А, ну рыжего, рыжего рука. У него только одни, у одного рубашка. Там рукава, по-моему, были не очень сильно закатаны. Хотя нет, ну скорее всего это рыжий пистолет поднимал. Почему ты сказал, что мы умерли? Думаешь, это возможно? Я в передаче видел, что у нас какое-то время работает, когда ты того... Умираешь? Того этого.
Там не очень правдоподобно было. Кошак. Не нравится мне это место. Хоть пиво без паспорта. Вы это видели? Что это? Но кто-то здесь есть. Ну, логично. Не уверена, что это хорошая идея. Надо проверить. Внутри может быть телефон. Ну, сначала я через окно кто там сидит. Давай. Может, там кто-нибудь себе, блядь, одежду из-за человеческой кожи шьет. Там маленькой сторожки. Почему мы не идем с ними? Анжела знает, что мы мутим. Я уверен. Мы правда сейчас это обсуждаем? Как будто у нас нет других, более важных проблем. Это правда важно. Как минимум для меня. Говорим, вот доебался. Анжела все знает. 100%. О чем мы говорили? О чем вы с ней говорили? Она искала повод для сплетен, как обычно. Что конкретно ты ей рассказал? Успокойся, ничего не рассказал. Ну, молодчага, чё. Я еще не готова рассказать о нас. Но уже скоро, обещаю. Что сделать, чтобы ты поняла, что я тот, кто тебе нужен? Мне нужно знать, что на тебя можно рассчитывать. Что ты не подведешь. Догоним остальных. Будем тут всю ночь стоять или войдем? Это обязательно было прямо сейчас выяснять, я не понимаю. И тут какой-то жопе, блядь, посреди ночи нахуй тусуется, неизвестно с чем. Давай попиздим про наши отношения. Кто-то с копьем тут ходит. Злющий. Ух. Ух, блядь. Эй, здрасте. Нигер сидит, бухает. Простите, мы ищем водителя нашего автобуса. Чё? Видели его? Чё, блядь? Кто такой? Это смешно. Что? Чё смешного? Что с этим туманом? Он странный. Да, сегодня затянуло. Затянуло и не дает уехать. Да, знакомое чувство. Я так понимаю, они говорят, туда давно уже. Извините, что так ворвались. А наш автобус перевернулся неподалеку отсюда. Мы еще слегка не в себе. Мы конкретно не в себе. Особенно рыжий не в себе. Да, заметно. Я Винс. Мне б зеркало. Интересно, есть тут хоть одно непокрытое вековое? Тут поможет выпивка. Спасибо, нет. Нужно мыслить ясно. Ну, оставлю тут, если что. Dark Scorpion Play. Привет. Спасибо за лайк. Тоже сегодня стримить будешь? Окей. Я пас. Я не буду. Профессора не бухают. Зачем приехали? Little Hope уже не тот, что прежде. Что он что тут вы делает? Тут делаете в одиночестве? У вас ведь есть причина быть здесь? Да? Да, у меня есть на это причины. Не хотите рассказать? Не любитель болтать. Я похож на говоруна. Молчи тогда. Оставь пошел в пизду. Кто тут только не ходит. Тут, мол, никто что не ходит. Что с ним не так? Есть в нем что-то странное. Он безобидный, просто выпил лишнего. Осмотримся. Должно же быть здесь хоть что-то полезное. Может, я думал, если они могут умереть, как бы, то лучше жизнь спасать и не выяснять отношения. Застрял в своем мире. Что бывает, знаешь, тут клишированный момент. Когда начинает отношения выяснять, когда кто-нибудь на обрыве висит. Да, поиграйте без проблем. Может сдохнуть любого. Я пойду осмотрюсь. Такой себе моментик. Смотри, может к руке привести.
Смешно. Чем ты пытаюсь выход найти, а ты чем занимаешься? Сыграем немного, а потом... давай, сыграем в дартс. Давайте большой дабл и... Я не новичок, Дэниел. Целюсь в дабл двадцатку. Ладно, что-то вы можете. Ладно, да. Ну еще бы. Теперь утроение двадцатки. После такой ночки это почти олимпийский рекорд. На олимпийский в дартс не играют. Офигенный бросок. А вы лучше, Тейлор? Давайте вернемся к нашей цели. Действительно. Может, хватит развлекаться и начнете искать выход из ситуации? Это было элементарно. Так. Обыщите бар. Телефон. И чё? Чёрт. Поиски вашей донюшки, трубка не работает. К дверям вообще не подходит. Ну, кошом, я думаю, даже не смысла нет пиздеть. Какой-то двинут. Сидит посреди ночи. Сейчас бежала. Зрительно. Так, что это такое? Бумажулька. У этого ваши... места богатая история. Ваши дети увлекаются астрологией, спиритизмом или призраками. Подобный Карлсон расскажет родителям, на что следует обратить внимание, и как подобные увлечения могут привести к нарушению закона и сатанизму. Городское управление Little Hope, вторник, 70-й. 5-й год, типа, это записки 30 лет. И никто ее не трогает. Ладно, допустим. Встреча завершилась голосованием за распуск. Я смутно помню, что тут произошло. Очередная все волна... фабрики закрылись. Очередная волна конфискации имущества обрекает город на погибель. В понедельник последние жители Little Hope собрали здание городского совета, чтобы встретиться с антикризисными управляющим Кэти. Да, Кэти Флинт, и проголосовать за распуск администрации. После закрытия текстильной фабрики Рейд Эйвенден и последовавшего массового отъезда жители город и его казна практически опустели. Назначенный антикризисным управляющим Флинт было поручено управление муниципальными услугами, однавшись. Короче, понятно. Все горожане просто разбежались. Их никто не убил, пожар там, ничего такого. Просто эй, сюда. Разлетелись. Уйдем отсюда и... И что? Вы слышали? Да, точно слышал что-то. Вы это тоже слышали? Опа. Идем. Эти звуки были снаружи. Думаете, разумно выходить на улицу? Здесь нет ничего полезного. Все равно надо идти. Да, ну рыжего морда, конечно, потеряна вечно. В пространстве где-то она тусуется. Уебанно. Профессор одной только этой. И воротись. Здесь были еще люди у костра. Что? Я не вижу костра. Dark Knight, а сколько тебе времени занимает на подготовку стрима? К стриму. Здесь все не так. Здесь все не так. Что бы ни случилось, это в прошлом. Вы не понимаете. Вас с нами не было. Не понимаю. Что именно там произошло? Появилась маленькая девочка. Из тумана выбежала девочка. Мы говорили. Может, вам это привиделось в тумане? Мы все на пределе. На пределе? А может быть, ты долбоёбочка? Я видела танцующую девочку, ясно, как днем. Сказала, ее зовут Мэри. Она выглядела, как девочка из моего сна. Но говорила со странным акцентом. Какой это был? Это не акцент, не это... Не знаю, я сама не смогла разобрать. Называется. Во что это мы тут вляпались? Это Мэри...
центре, если напасть? Бы она картавила там, она была бы безобидна. Нет. Вряд ли она этого хотела. Ну да. Похоже, она остается только была. Дорога в город. Вы шутите. Есть идея получше? То-то же. Тёлки страха нагналось. Трунь. Колдун, привет. Спасибо. Удачного просмотра. А, опять хранитель склепа. Да, события резко обострились. Да пока не особо. Все, что мы делаем и чего не делаем в жизни, рано или поздно ведет к последствиям. Опять это начинается. Согласны? Ваш выбор важен. Не смотрите так. Я не могу помочь. Помните? Это в пизду. Иногда мы радуемся, очнувшись после тревожного сна. Возможно, после смерти то же самое. В своих странствиях за долгие годы я многого навидался, узнал о многих верованиях, и обычно в каждом есть крупица истины. Эти несчастные, похоже, столкнулись с явлениями, пока необъяснимыми. Ну, зловещие силуэты в лесу, призраки прошлого, девочка, попавшая в беду. Или она и есть беда? Не исключено. На чем мы остановились? Анжели не удается посплетничать с Тайлор. Она не говорит о Лич. А что же Джон? Прирожденный руководитель? Видели, да, какая близко была? Он не успел договорить фразу. Он лишь кажется таковым. А еще Эндрю. Андрюша. Думаю, он сбит с толку, но он ударился головой. Ну, чтоб детстве головой. Будьте спокойны. Некоторые ваши решения в будущем принесут плоды. Пока все неплохо. Справляетесь. Тоже. Мужчина в баре. Уроку от него было мало, как по мне, слишком невоспитан. Что-то явно беспокоит его. Он просто в целом не разговорчив. Хватит. В Литл Хоуп творится что-то неладное. Дом будет возможно, завтра, скорее всего. Идите завтра же. У меня цепной. Развейте этот туман. Дом, скорее всего, завтра отыщите будет. Водителя автобуса. Что-нибудь непредвиденное не произойдет, тогда завтра. Так, опять мы пиздуем по дороге, да, короче? Эта девочка так странно говорила. Я с трудом понимала ее. Жила. Главная дорога. 0 часов, 28 мая. Напрашивается предположение, что она скорее из другого времени, а не места. Ну, точно. Естественно, она же одета, блядь, как этот, как амиши, нахуй. У них там ёбнутые такие шапочки были, бороды там всякая хуйня, разговорчики. Так, теперь я, да, короче, всю банду веду, да? Еще одна картинка. Ну, судя по ебальнику, это водила автобус. Типа рыжий даст ёбу и попытается завалить водилу автобуса. Это такое, да? Возможно. Игра интересная, да какую имеешь в виду? Вот эту или Doom? Слышала? Да, там кто-то что хрюкает. Это какое-то мелкое ночное животное. Ничего опасного. Я себе мелкое надеюсь, ночное животное. Так. Там кто-то, блядь, хрюкает размером с кабана, наверное.
Видели? Олежка. Какая-то зверюга. Надеюсь, мелкое ночное животное, нихуя себе. Может, оттуда обзор получше? Ну да, получше. Блядь, это так похоже на Until Dawn, это пиздец. Там тоже в Until Dawn все было зимой, там вот стояли такие столики, на столиках вечно что-то лежало. Белочки, блядь, пугающие выпрыгивали, или еще какая-то хуйта. Города призраки Северо-Востока, Little Hope, город, к которому вернулась природа. В воображении широких масс при упоминании о городе призраки сразу же всплывает образ заброшенной хижины. Скрытые глубины, нет. Я жду дома Good. У тебя серия, иди стрим будет, а то я прослушал малость. Так, подожди. Насколько я понимаю, ты хотел спросить, когда будет серия Doom? Она будет, скорее всего, завтра. Серия Doom. Doom мне тоже нравится. И вам. Я поддерживаю. Это сегодня я так игру запустил. Держишься? Перед ночной сменой полобать время, пока есть. Как думаешь, что с нами произошло? Дом будет завтра. Думаю, в опасности бред какой-то. Давай бред какой-то. У меня нет абсолютно никакого объяснения. Какой-то полный бред. Бабка логику тут ищет. Что он скрывает? Мы найдем выход, надо сохранять спокойствие. Давай выход найдем. Мы сумеем отсюда выбраться. Должны. Надеюсь. Спасибо за разговор. У кого-то неуверенность поднялась. У рыжего или у бабки? Вопрос. Ну какой красавец. И что они... с этого расстояния не увидели вот оттуда в болоте то, что какая-то чучело оттуда вылезло. Вы серьезно? Короче, они слепые и глухие, как обычно, нахрен. Что им вообще, в принципе, мешает пиздовать по дороге и никуда не встревать? Просто ебашки по дороге. Они шляются по разным закоулкам, что-то осматривают. Вы ебабо нахуй совсем, блядь. Вы хотите сдохнуть раньше времени. С этого, сука, и начинаются фильмы ужасов. Когда ты просто берешь, допустим, в фильме ужасов там... Ребята, пойдемте в тот дом, посмотрим, что там находится. Все говорят, иди нахуй. Нет, мы не идем. Все, можно уже заебашить конец фильма. Потому что событий никаких не произойдет, и они, блядь, по-умному поступят. Историческое общество Little Hope представляет ведьма Эдмонтона. Пьеса Уильяма Роули Томаса, ну, бла-бла-бла. Может, это связано с тем, что мы видели? А может быть и нет. Может, иди нахуй. Ну, может быть, но... Мне так не показалось. Даже это не тоже знаю, прикольно, но думаю, это ностальгия по Sony PlayStation, я Doom на Sony играл. Полный безумных реконструкторов. Я Doom вообще не играл, но как бы Doom это классика. Doom это классика, это знать надо. Не, Doom кайфовая тема. Динамичный экшен-шутер. Как дел? Игруха так, побаловаться да попиздеть. Little Hope. Кто-то палит. Девка палит. По волосам вижу. Вот что мешает ее увидеть? Вот она прям в кустах же вот здесь. Вот она. Вот тут она торчала башка ей. Пиздос. Тем более девочка в красной кофте, что мешает вообще ее очень, блядь, быстро рассмотреть, даже в темноте. Они тут с фонарями все. Ну, двое хотя бы.
Кстати, тоже очень тупо, они свои мобилы сажают. Тут вроде хоть какое-то освещение есть, но, конечно. Нахуй они трубки сажают. Чтоб потом... А, у меня некуда позвонить. Дайте телефон. Там что-то впереди! Holy shit. Что же там впереди? Мост. А куда? Идем уже. Согласен. О, куда идем? Смотрите! Стой! Стойте! Стоп! Стой, твою мать. Просто к сведению. В ужастиках именно так все и происходит. Вот именно. Вот именно, блядь. Что нам теперь делать? Жирного пустите на колбасу. Я разберусь. Пока его доедают, ждите, туда, до дома доберетесь. Да. Бабка так на него смотрит, как будто... Давай, я пойду с вами. Стойте, я пойду с вами. Отношения лучше. Тактичность. И все, они пропали. Эй, вы двое! Это не... Нахуй мы сюда пошли? Мы такие ёбнуты. И за девка, чё уж. Фонари, да, вырубаются по бокам. Эй! Там есть кто-нибудь? Сейчас кто-нибудь из темноты выскочит. Ёб твою мать, красотища какая! Эй! Что за... Джон! Спасибо за подписку, ну вы видели, да, вот эта клише ебаная? Кто-то, естественно, выскочит из темноты и схватит тебя за жопу, за руку. Грейси, а где мы? Кто вы? Ну давай, кто вы? Что ты, блядь? Что ты здесь делаешь? Время нынче тревожное. Нет, подождите! Не подходи! О, близняшка, бабульки. Кто ты, блядь? Еще раз тебя спрашиваю. Кто ты? Да, не похоже очень, только без очков. Я не поддамся на чары ведьмы. Боже, молю тебя, избави меня от видений. Кто вы? Этого не может быть. Они как будто, вот когда их кто-то за руку хватает или еще что-то, они как будто перемещаются в другое пространство, не знаю, что-то в этом роде. И хуяк их глючат как. Они могут с потусторонним миром каким-то. Причем в одно и то же время. Ну ладно. Глядеть на меня. Ты мне не супружник. Супружник. А мужем просто так его не назвать? Пойдем в город. Туман рассеялся. До него недалеко. И там мы скорее найдем помощь. Вы в порядке? Не, видела своего двойника. О, я совсем не в порядке. Я в ужасе и сбита с толку. Обескуражен. Я видела в тумане своего двойника. Что там случилось? Из тумана появилась женщина, одетая как жительница Салема. Она что-то бормотала на непонятном диалекте. И что самое жуткое, она выглядела точь-в-точь, как я. Как такое возможно? Вы делаете из мухи слона, а... Хороший вопрос. С меня хватит. Похоже, туман не даст нам направиться никуда, кроме центра города. Туман решает, куда нам можно идти. Хрен там. Поищу другой путь. Вы что, ужастики не смотрели? Никогда нельзя разделяться. Ужастики? Фигня. Так, подожди. То мужик действует по логике вещей, то он уже опирается на фильмы ужасов. Как сказала крашеная баба, с которой он, собственно, не очень-то в ладах. На ему факи ты читал, он ее мнение принимает. Йоу, чё за ебань?
А я пойду туда и без вас. Может, разделяться все-таки не стоит, Тейлор? Туда я точно не пойду. Ну, если это один единственный путь, почему бы нет? Я иду с Тейлор. Я с Тейлор. Серьезно? Вы пойдете с ней? Лично я думаю, это плохая идея. Ужасная. Я пойду с Тейлор. Одной тут оставаться небезопасно. У двух групп больше шансов найти выход. А мы ведь все этого хотим, так? Что ж, вы правы. Если выберетесь из тумана и найдете помощь, пришлите их в город за нами. Один чувак, две бабы, два мужика. Думовой расклад. Нас осталось двое. Очкарик будет рыжего пердолить. Рад, что вы со мной. Эндрю, перекресток, 0-16, 28 мая. Давай побыстрее уже, иди. Устал. Бодренько, бодренько, пиздуем. Стойте. Слышите? А теперь нюхайте. Ну и чё, трот великом. Нихуя такой уёбок, пиздец. Кто-то на велике пидорит, а эти уже перессали все. Блять, жирный чувак массами, ну как массой, наверное, была? Килограмм 90-100, блять. Просто как просто сучка съебал. А рыжего старый бросил, блять. Такой ночкодав, пиздец. Где-то тут должен быть более легкий путь, ведущий на дорогу. Просто толстый сыкун. Можете объяснить увиденное? На месте рыжего я бы его прям там ебало разбил. Прямо в лесу. Но я знаю, что в Литл Чтобы ему еще и стыдно было. Над ведьмами, в то же время, что и в Салеме. Что это? Да, что это? Ну, еще одна, да? Фигурка. Окей. И можно, по-моему, раз. О! Блять, там в тишине в такой гробовой кто-то просто ползет, блять, скрипя вот такими этими нахуй конечностями. Видимо, что-то металлическое за собой еще тянет, и они нихуя не слышат. Вы серьезно, чуваки? Что ты встал? Вы в порядке? Интересно, где сейчас остальные? Похоже, это я виноват, что мы с ними разделились. Я чувствую. Ты же не против был то, что разделиться нам. Вы мои подопечные. Такой как мудак вы вообще. Были на моем месте. Понимаем, оптимизм. Наверное, сохранял бы оптимизм. Мин, уют, привет. Делать все возможное. Спасибо за лайк. Я не уверен, что моих возможностей хватит, чтобы справиться со всем этим. То, что мы видели, думаете, оно сверхъестественное? Бедрагдава. Спасибо, что тоже зашел. Так, неуверенность. Нельзя утверждать, что именно мы видели. Вот именно. Я так думаю. Даже если мы не можем объяснить произошедшее, не нужно сразу бросаться в крайности. Не ты ли там с моста только что нарезал, блядь, пятки только сверкали? И забыл про всех этих, про подопечных своих. Че он сейчас? Твою мать, красотища какая. Егор Крид подписался на ваш YouTube канал. Егор Крид, спасибо за подписку. Как дела? Да, отлично, вот. Решил поиграть в этот, так сказать, комедии ужасов, нахуй. Ну, тут очень много нелогичных вещей, которые просто заставляют смеяться. Нет, это не на PS, это на компе. Покупать не стал, я скачал. Вот, нахрен за это деньги платить. Во время судов над ведьмами в Литл Хоуп было так же. Люди делали поспешные выводы, не имея особых доказательств.
подавленность. Да. Понимаю. В любом случае, мы тут не за тем, чтобы подтвердить или опровергнуть существование призраков или чего бы там ни было. Нам нужно выбраться отсюда. Вот именно, надо валить. Валить как можно быстрее. Они что-то ходят, разглагольствуют. Нахрен они в этот дом лезут? Зачем? Вот зачем они туда лезут? Блять, жирный ссыкун, он заебал уже просто. Любая опасность, он нассал штаны и убежал просто. Блять, вроде взрослый мужик. А рыжему похуй, у него башка отбита, он не понимает, наверное, что происходит вообще. Подумаешь, котик. Свистни жирного, он там по-любому портки меняет уже нахуй. Давай, что это такое? Современная магия ритуала. Современная магия ритуала служит по подробным руководствам по магии в эпоху New Age. Не путать с магией для фокусников. Написанная для практикующих магов, желающих отточить мастерство, эта книга подробно освещает все аспекты современной магии. Предлагаю читателям широкий выбор ритуалов. Проклятие New Age. Неважно, верите ли вы кармические последствия или нет, нельзя забывать об этическом аспекте применения такой магии, как проклятие и порча. Безусловно, они приводят к более серьезным последствиям и сравнению с другими этически неоднозначными практиками, такими как привороты. Некоторые учения запрещают их полностью. Ой, пизду. Бла-бла-бла, короче. Хиромантия это все. Давай, смотрим. Пистолет, да? Какая же коробка была? Точно ствол? Ну, заебца. Ёб твою мать, красотища какая! ЙОЦЦВЦФБ подписался на ваш YouTube канал. 3 патрона, 4. Спасибо за подписку. Оповещение было вовремя сыграно. Типа повеселили. Раз рыжий только ствол достает. Ёб твою мать, красотища какая. Класс. Так, где жирный-то? Куда он съебался? По-любому там, блядь, штаны уже стираются. 5, короче. Кстати, вот такой знак был в «Ведьме из Блэр». Да что это за место такое? Что же вы за люди-то такие? Нихуя, блядь, жирный как нарезал далеко. Сквозанул он лихо только что втирал то, что мы должны профессор держаться вместе. Он еще и забор сломал, блядь. Вот мудила. Жирный ссыкун. Вот и вы. Вы сорвались, как тогда на дороге. Я в этом не виноват. Действительно. Что там было внутри? Я уже не ебет. Ерунда. Ерунда. Не бойтесь. Пусть ему не бояться? Я что, во втором классе? Бежал как будто в первом, нахуй. Залина. Это место наш шанс.
Здесь должно быть радио или работающий телефон. Может, и водитель тут? Что, ментовки сидит? Поищите, рано. Чем можно разбить стекло. Давай прошвырнемся, вообще в целом осмотримся. О, картинка нашлась. Кого-то тащат. Бабка была. Не связанная, кстати. Бартгеймер, привет. Спасибо за лайк. Кстати, а как он такой забор, блядь, довольно-таки увесистый, своим весом сломал или сам перепрыгнул? Когда в толстый? Ну, дверь закрыта, это понятно. Ладно, берем тут вот камень, да. Берем камень. Вольфвуд, привет. Как настроение у вас, ребят? Рассказывайте. Меня вот эта игруха забавляет, Этика, вообще. Я разобью окно. Тут очень без проблем. Как-то... Я справлюсь. Ну ладно. Поёбнутому тупо. Раз так. Любой справится. Не любой. Попасть камнем в окно с 10 шагов? Никто не промахнется. Если боитесь промазать, уступите место. У меня нет страха. Увидим. Можете помолчать. Да, Толстый же, кстати, в этом. Толстый же в дар сыграет. Страйк! Мы из вас еще вырастим спортсмена. Думаете, это бросок новичка? Блять, с такого расстояния он просто мог вот так вот чуть-чуть кинуть и все, и расхерачить вроде где-то окно. Там целое соревнование тут устроили. Проще простого. Вообще можно было даже не обязательно камень искать и просто расхуячить это стекло, блядь, с ноги. Дэниел, средняя школа, Little Hope. Я знаю, ну, что-то видела. В принципе, я думаю, то, что... Бен Склад, привет. Спасибо за лайк. В принципе, я их вроде как удачно разделил. В плане том, что две бабы и мужик. Ну, как бы их троем. Тут... Ну, там, конечно, вообще не очень поделилось то, что там жирный трус и, блядь, ёбнутый очкарик. Тут баба вам истеричная с бабулькой. Ну ладно, хоть так. Что это за звук? Ерунда, уверен. Кто-то, наверное, очком скрипит уже. И почему школу закрыли? Нет, не вариант. Даже если ты перелезешь, у меня никак не выйдет. Я поддерживаю. Что сложного-то перелезть? Я не фанат школ. Все, пойдем. Ну ладно. Вроде тут нет прохода. Кажется, я облажалась. И правда. Мы сами решили сюда пойти. Найдем другой путь. И по другому пути. Так, две таблички. Давай, первая. Земля продается. Конечно, его не продали. Кто захочет поселиться в такой дыре? Тут все. Карта, короче, да? По заданиям. Найдите другой выход из Little Hope, следуйте за девочкой и что-то держите вместе, по-моему. Нахрен за девочкой держаться? Не, зачем ценить, бежать? Она же это... того. Little Hope Bridge. Игровая площадка.
мост, игровая площадка, что-то как-то странно. Зачем? Почему такое именно расположение? Дети же могут ебаться в воду. А, да-да, давай сюда сходим, что тут? Что тут? Поэтому местами замедляется и очень медленно идет. Какие-то знаки. Консол, да. Вы видели, да? Вот эта хуйня также перемещается, как в Angel Down. Да? Тоже такие острики были. Будет отстойно, если, конечно, это будет главный антагонист. Ну, как обычно, на столиках что-то есть. Вот в другие места нельзя поместить. Ладно. Картинка. Не, не понять, да ничего. Смотрите. Тут вообще, в принципе, взаимодействия практически нечем. Пошли туда, к фонарику. Вон там! Эй! Ты в порядке? Сайлент Хилл девочка также убегала. Вылезай оттуда немедленно! Это та девочка, которую вы видели с Эндрю? Одета по-другому. Не подходи близко! Может, она зараза? Ну, сейчас она зараза. Вытащите меня! Держись! Скажите, что мне показалось! Замолкните! Я ему не дамся! О чем ты говоришь? Скиньте, не то он найдет меня! Кто он-то? Кто ее ищет? Выходи, Мэри. Мне ведомо, что ты здесь. Прошу, не надо, пусти! Отпущу, когда уверюсь, что ты не выдашь нашу тайну. Твои игры утомили меня. Ты уважишь меня и ничего не скажешь. Нет! Отпусти ее. Отпусти ее сейчас же! Со слову. Что сие за чары? Меня объял холод. Я тут ни при чем. Эми умеет творить заклятия. Она ведь якшается с дьяволом. Я видела ее в лесу и подле фамильяров. Типа, получается, девица, короче говоря, сдала бабульку, что она, типа, якшается с дьяволом. Призывает персонажей, которыми я играю, в другую вселенную. Так похоже. На. Я вызнаю правду, так или иначе. Иди за мной, девочка. Благодарю тебя. Умолкни, дитя. Ударила она их. Ну и что это было? Девочка со священником. Мы видели ее с Эндрю. Она должна быть как-то связана с той другой. Да, верно. Я не пойму. Лучше уйти отсюда и подальше. Точно. Идем. Давно пора валить. Че, блядь? Побохи. Давайте, наверное, перекурчик. 3-5 минуток. И продолжим.
продолжаем. Двигались, да, мы сюда. Пошустрее немножко. Перемещались, было бы вообще ничего. Так, опять столик, опять какая-то хуйта. Картинка. Побежал. Ну давай, давай, спасибо. Спасибо, что зашел. Тебе тоже удачного стрима. Бабульку кто-то бахнет об землю. Вот это. Рада, что ты здесь. Мы отсюда выберемся. Точно. Да не пройти. Да, естественно. Кусты мне мешают. Невидимые стенки. Игра-то коридорная. Может, тут кто-то есть? Может, нам помогут. Пойдем туда. Эй, помочь? Мария Пи, привет. Спасибо за лайк. И за палец. Ой. Так. Бабульку не наебнули с камня. Баба спустилась. Чувак сам скользил. Вряд ли так мы выйдем из этого городишки. Дороги нет. Не знаю, куда она ведет, но туфли мои убивает. Куда-то она ведет. Блять, они тут могут сдохнуть в любую минуту, а бабка беспокоится о туфлях. Это там. Там тоже какой-то. Ладно, давай сюда сходим. Алтарь зловещий. А, мушки. Да? Смотри. Я вообще это говно не трогал. Может, она зараза. Давай еще раз. Так, секрет найдем. Рунный камень. Похоже, это был какой-то магаз. Что-то больше на церковь похоже. Магаз. Палка. Иди сюда, посмотри. Надежда для Little Hope. Карверы хотят закрыть неразборчиво фабрику и продать землю неразборчиво. Приведет к уничтожению сообщества. Профсоюз вынес предложение по спасению фабрики нашего города. Подпишите нашу петицию, чтобы убедить семью Карверов принять предложение от профсоюза и отменить свое решение. Подробности можно узнать у работников почты или городском управлении. Ясно? Ну тут нихуяшечка. Че вы тупите-то стоите, ну? Никто не хочет дверь подергать, еще что-то сделать. Найдем другой путь. Причем он за ручку дергать не стал, он сразу пизданул ногой в дверь. Отличное решение. Через окошко можно пролезть. Угу. Давай вот это дело подвинем. Что ты делаешь? Толкнуть помоги. Хуйню всякого вытворяет. Иначе никак. Иди, такие можем... баки, они на колесиках и двигают довольно быстро.
можно через окно пролезть. Ну давай так. Дай-ка я попробую открыть. Блять, вот лезут во всякую хуйню. Серьезно? Полезешь туда? Ну, есть другие предложения? Да. Не лезть в старые темные здания после того, что было этой ночью. Вот именно. Я постараюсь быстро. Чуть-чуть. Если увидишь какую херню, кричи. Я вернусь. Окей. Ладно. Дай телефон. Зачем? Блять, там фонарь, потому что темно. Там темно. Только давай быстро. Зачем ему телефон? Действительно, он вообще пойдет в темное помещение. Так же удобно. Так же удобнее сдохнуть. Внутри. Там безопасно? Там вообще охуительно. Залезайте следом. Вроде бы. Хватит уже там колупаться. Открывай дверь скорее. Да она не откроется. Дверь не поддается. Ладно, мы поищем другой путь. Нет. Ну, чё, застревали мне-то постоянно. Фонарики. Куча фонариков. Оно светит телефон. Она чё, не судьба включить? Так, аккуратненько. Чего он там прятался-то? Ау! Кто здесь? Не пролезть! Тут окно заколочено! Ты меня напугала! Извини, я не специально. Как там дела? Крыса носится. Я тут не один, а с пушистыми друзьями. Не бойся, на вид они сыты. Иди ко входу, я тебя встречу. Побыстрее, ладно? Нам бы хотелось отсюда уйти. Конечно. Может быть, нехуй туда было вообще заходить? Побыстрее уйти. Ну чем туда полез вообще? По цели. Сейчас! Уже иду! Я тут подождать не могут, а? Что-то светится. Что это такое? Это брелок. Папа номер один. Если пиздят. Ну уже, пусть хоть тут повезет. Раз, два. Дальше. Тут не пройти. А дверь светится. Давай туда. Да хватит уже! Хорош, иду я! Вы заебали. Пороху только наводит. Эй, открывай нам дверь. И на. И крыса. Бабуля. А где бабуля? Анжела? Как это...
Это не Анжела. Черный ход закрыт. Тебе тревожно? Скажи, что творится? Скоро за мной придут. Утихни, жена. Кто придет? Обо мне судачат. Сочиняют наветы. Какие там могут быть наветы? Поговорок у них странный. Сказывают, будто судачат, я в союзе наветы. С дьяволом, будто повинна в колдовстве. Но то бессмыслица. Кто скажет такое? Нет. Кому это выгодно? Девчонка на нее наговаривает стопудово. Противостоять. Не подходи. Ладно. Но объясните мне, как я сюда попал? И где я вообще нахожусь? Придержи язык. Вот тебе ведомы слухи о моей жене Эмми. Я вас не знаю. Что? Я вас не знаю. Джон? Отвори дверь, Джозеф. Немедля. Этого что Джозефа тебя зовут? Того Джон. Ты первую букву имени совпадает. Иное. Джозеф, ты препятствуешь исполнению закона. Если не отворишь, быть в беде. Как нам быть? Быть в беде. Я все исправлю. Даю слово. Сожгут нахуй на костре вот их ребята. Преподобный. Там же видим, полили. Маршал. У меня есть законные предписания на арест Эмми. Моя жена ни в чем не повинна. Так, подожди, Эмми это женщина? Это бабулька? Кто ее обвиняет? Мэри. Слово «дитяти» вершит судьбу моей жены. Да, вот Мэри, девка мелко наговаривает. Ты отдашь себя в руки маршала для твоего же блага. Я отправлюсь с вами. Я не могу ее покинуть. Всем действием ты жене не поспособствуешь. Доверься правосудию. Отринь страх. Я сумею все исправить. Закончилось видео. Причем то бабулька тебя за руку хватает, то девка мелкая. Ну и где ты был? Да так. Гулял. На тебе лица нет. Ты еще что-то увидел? Ну возьми, расскажи им, что. Нет, не так. Они вроде видели меня. Сложно сказать. Да, они были странно. Очень напуганы. Когда они видят и их, а кто-то видит, кто-то и нет. Там опять был священник. Священник с игровой площадки. Не знаю, смысла не уловил. Ты шутишь? Нет. Ну, пока повествование довольно-таки рваное, пока непонятно. Верил, что в Little Hope был дьявол. Охренеть. Охуеть. С моим двойником было то же самое. Они все боятся, что их заберет дьявол. Угу. И во что мы тут ввязались? Мы облажались. Вместо того, чтобы выбраться из сраного города, снова оказались в его центре. Так ушастые эти постоянно. Вот какое чучело. Он что-то, по-моему, регенерирует или что-то в этом роде. Андрюшка. Рыжая Андрюшка и сыкуночкарик. Что скажете? Оглядимся. Поищем что-нибудь. Отлично. Мы уж вернемся из Little Hope, пока остальные еще разгуливают по лесам. А вы их не хотите, типа, спасти? Что-то не так? Да, это место почему-то мне кажется знакомым. Эти захолустные участки все одинаковые. Вон, интересно, кажется ему знакомым. What the fuck? Тут где-то должен быть телефон. Погоди, давай здесь сначала. Вот. Дальше. Значит, все комнатухи придется облазить. Кстати, у Рыжего есть пистолет, но он об этом молчит технично. Куда не пройти?
не пройти или что? Или что? Всем понятно, как это здание показывает. Вон. Та-та-та. Мне тут до хрена подсвечивается. Рейнольдс. О, какие-то хуй. Смотреть. Взять. Короче, какой-то. Или бейджик, или что. Ошибка, скорее всего. Он закрыт вот. Прячка. Знаешь, что делать с прячкой? Долгая задница. Так, откидывай. Я все потерял. Не видно нихуя. Блять, ну застревает везде твою мать. Какое надо. Куда я зашел? Вот сюда. Ищите. Почетная грамота выдана полицейскому участку Little Hope. 16 января 1972 года офицеры Джош Рейнольдс и Эрни Хоффман получили звонок о пожаре в жилом доме. Они добрались до места раньше пожарных и, не беспокоясь о собственной безопасности, бросились на помощь оказавшейся в ловушке семье. К сожалению, огонь не позволил им попасть внутрь, и почти все члены семьи погибли. Тем не менее, мэр, шеф полиции и общественных благодарят полицейских, полицейский участок за верность долгу. Это случайно не имеется ли в виду происшествие, которое вот в самом начале было? И рыжий, со спичками. Там же они всех подохли. Вот говно. Думал, что это выход. Оборон. Она в целом берет. Она пока. Вот говно. Давай сначала вот это осмотрим. Мы будем дверь ёбить. Тюрьма, старая ведьма. Прекрасно. Построена в 84-м и на 1783-м. В 1692 году во время судов над ведьмами в Little Hope многие из обвиненных были заключены здесь. Значит, это местный, этот, местная братская могила, да, это тюрьма? Опять закрыто. Понятно. Куда у нас что? Вахон. Что-то должно быть. Ну, естественно. Зря ходим. Так, телефон. Давай-ка, наверное, чтоб скрип не сработал, сходим в другую комнату. Хиппи и пиджанг. Ну, кстати, я такой месяц в книжке видел. Блять, ну возьми ты его. Твою мать. Бери, крути. Экран. Что значит экран? Вы козел? Телефон. Нет, так нет.
У нас победитель. Вот телефон. Блять, это уже четвертый, по-моему, или третий телефон. Это может быть выход. И все нерабочие. Гудка нет. Ну, народ. Да не злись ты, ёпта. Чёрт! Ого! Ты чё, психанул-то? Эй, полегче! Кажется, я понял, в чем дело. Поделитесь, пожалуйста. Может быть, кабель там местная... не подключен. Местная сеть, может, появится? Тут где-то должен быть кабель. Видите, телефонный кабель. Подожди. Ну-ка, вот здесь. Тут кнопки нет, там кабели. Какие-то проблемы с телефоном. Да не пройти? Нет. Что это? Телефон, что это? С кабелем. Эти вот скримеры, конечно, да. Как думаете, ответить? Я справлюсь. Дайте я. Осторожно. Да давай ты. Спокойно, профессор. 7 дней. Что, хер с ней? Алло. Что-то слышно? Женщина. Она очень расстроена. Поговорите с ней. Узнайте, где она сейчас. Ну, хоть что-то, что поможет ее найти. Как вас зовут? Скажите, как вас зовут? Вдруг передо мной возникли мужчина и женщина. Я не приметила, как они подошли, и испугалась. Я их не знаю. Их одеяние... Постарайтесь объяснить, что с вами происходит. Все, 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 спокойно, спокойно. Можете хотя бы сказать, где вы? Ты не мой супруг. Ты надо мной не властен. Не думай, что... Да его булька орёт. Подойди и услышь меня. Ежели поведаешь о нашей тайне, вечные муки ожидают твою душу. Ты ведь разумеешь, не так ли? Злые слова не покинут мои уста. Или хоть слово, хоть полслова молвишь. Об иных делах я приду к тебе во мраке самой темной ночи и навлеку ужасное возмездие. Преподобный, пора начинать. Минуло много времени. Ступай к родным. Я призываю суд и доброго судью не поддаваться на уверение обвиняемой. Дьявол – отец лукавства. Все его слуги рядятся в невинность. Чего они без ебальников стоят? Иного им не дано. Смиренно клянусь перед Богом. Не совершала деяний, в коих меня обвиняют. Замолкни, Эми. Ну и что нам делать? Не звука. Давай послушаем, что надо происходит. Сидеть тихо. Это ж суд. Просто посмотрим. Он узнаем, молчает. Что будет. Помилуй, преподобный Карвер. Но я не верю, что соседи мои, кто знает меня, скажут супротив меня. Им все ведомо. Ведома моя добродетель. Я не попадусь в паутину твоей лжи. Дьявол укрывается там, где его ждут менее моя всего. Моя жена не игрушка дьявола, преподобный. Молю суд простить, но от слов не откажусь. Моя супруга невинна. Я призываю досточтимый суд оставить без внимания речи мужа, чей дом сплошь пропитался серным зловонием. Тебя и мужа подтянут, короче. Дайте-ка, да. Ну давай туда. По
Почтенный судья, вынеси вердикт без дальнейших отлагательств. Не то мы позволим силам тьмы злой волей склонить решение себе на пользу. Нет! Мэри, сестра, удобненько. Что с тобой? Девка, херак сразу в приступ сыграет. Не вмешивайтесь. Что сотворила ты с чадом? Ты вовлекла невинное дитя в сговор с дьяволом. Бедняжка словно одержима. Что твоих рук дело? Это ложь, преподобный. По что ты так не взлюбил меня? Мы узрим всю правду. Эми, коснись Мэри. Поглядим, что будет. Ежели я прав, твоя длань исцелит ее от напасти. Что с тобой? И докажет суду, что ты ее околдовала. Оставьте ее! Чьи слова? Кто здесь? Боже, храни нас. Помоги мне. Среди нас. Хозяин тебе не поможет. Все кончено. Все, пиздарики баб повязали. Они среди нас. Они среди нас. Может, мелко имитирует святую хуйню. Нужны свою. Ли еще доказательства тому, что дьявол поселился в Литл Хоуп? Молитесь же, ибо дьявол ныне подле вас. Любовь Господа спасет нас. Все, отпустила. Что это была за херня? Это вот взаправду? Казалось чертовски реальным. Серьезно? Но суды над ведьмами были сотни лет назад. В основном более 300 лет назад. Как мы тогда это увидели? Боюсь, я не способен это объяснить. У этой девочки был какой-то припадок. Перемещается периодически по времени. Как думаете, смотри, в чем порядок, дело? Вылавливается. Я знаю эту девочку. Это ее мы с Анжелой видели в лесу. Очень часто женщин обвиняли злонамеренно. Завистники или же гнусные лжецы, как эта девочка. Всякие подонки, Борлан, которым привет. Лишь бы испортить Спасибо жизнь за лайк. Своим соседям. Да ну. Она просто ребенок. Наверняка она даже не понимает, насколько все серьезно. Да все она прекрасно понимает. Так или иначе, подсудимая... Анжела 2.0 явно увидела нас. И не только она. Девочка увидела, как мы появились из ниоткуда. Легко принять это за магию, особенно в то время. Можете оправдывать ее, как пожелаете. Я ей нисколько не доверяю. Дайте ей передохнуть. Даже мы не можем это объяснить. Как ребенок, живший 300 лет назад... Женщина, опять которую... Чувак судили... не договорил. Опять диалог оборвали. Я видел ее на перекрестке. Я еще кое-что заметил. Ее муж был похож на вас, профессор. Пара возле девчонки была очень похожа на Дэниела и Тейлор. Вот да и что все это значит? Они, блядь, все похожи между собой. Кто это? Эй, профессор! Вы там? Ладно, эй, идемте. И те уже вернулись туда, по участку, что ли? Тейлор, мы здесь! Не получается дверь открыть! У нас ключа, ёмнец, ноги, я не знаю. Похоже, заперто. Двери-то деревянные. Давайте все наляжем на ручку. И 3, 2, 1... Тейлор? Профессор? Нашли okay. что-то, что нам Прожай. Поможет? Ничего, что могло бы помочь. Ну вот, глянь. Прикольный. Сейчас выйдем. Поверить не могу. Я видел этот брелок во сне. Это я уже странно. Я не помню такой. Не только странно, но и важно. Знать бы, почему... Вы как? Супер. В чем дело, Джон? Это пока я одно с другим связать не могу.
Мы видели, как суд приговорил двойника Анжелы к смерти. Какое колдовство. Сгоревший дом относится к этой истории, по которой они по городу шароебятся в тумане. И то, что призраки выскакивают из темноты, хватают их за руку и вытаскивают на 300 лет назад. Пока непонятно. Окей, что теперь? Friendly Channel, привет. Мы проверили пару мест и ничего не нашли. Спасибо за лайк. Куча поводов обратиться за помощью к психиатру. Забудьте о том, что произошло. Если мы и найдем помощь, то только там. Правда? Забудьте, что произошло? Тут уже на окраине адская дичь творится. Тут вообще, в принципе, везде всякая дичь творится. Прямо в ее эпицентр? Может, мы лучше сначала разберемся, в чем причина всей этой херни? Надо узнать, что грозит этой женщине. Что произойдет с ней дальше? Блять, уж домой идея собирались, плохая. Нахуй вообще куда-то лезть. Но как мы сможем это узнать? Туда мы уже ходили. Возможно, ответ скрыт в одном из неизведанных направлений. Церковь. Ну что ж. Это просто безумие. Мы понятия не имеем, во что влезаем. Ночка выдалась адская, но мы точно справимся. Кто бы мог подумать? Под личиной ботана скрывался герой. У него ствол есть нихуёенький. Еще бы ему не геройствовать. Играем за толстого сыкуна. Верните студентов к городу. Вместе. А туман-то все сильнее. Не видно будет. Невидимые стенки. Бюст отвалился. Или Джонс. Тейлор, взгляните на это. Вот она вот эта. Это вот, что так. За нахрен? Это ее бюст. Что это такое? У вас здесь есть родня? В этой дыре? Нет уж. Почему эта странная хреновина на меня похожа? Написано что? Или Джонсон, 1836-1858, то есть ей было 22. Молодая, многообещающая писательница, которая трагически погибла, пользуясь танец своего первого романа. То есть 200 лет после ведьм, получается. Мост какой-то. Опять все засу. Так, он разрушенный мост. Ни хрена не вижу. Тот, что лезешь, блядь, курица ёбнута. Вода черная. Не хочу к ней приближаться. Ну а как насчет освещения, блядь? Юль, привет. Спасибо за лайк. Итак. Игра, ну, я поржал. Пока смешно. Профессор, вы твердите, что это, вы главный. Ну, я к хоррорам этим так себя отношусь. Самоуверенность, если быть первым, это не наш вариант. Тихо, подожди, так. Ладно. Ну да. А это безопасно? Не бойся. Игра, ну, стандартная тут, как вот, стандартная игровая кинса.
Ну да, профессор очкарик ссыкун. Рыжий тихоня что-то замышляет, со стволом бегает за пазухой, никому не говорит. Бабка-паникерша. Пока вот я что-то не совсем понимаю сюжет. Не очень-то все очевидно. Идиоты, блядь. Эй! Их туманом, да? Угу. Боже, что же делать? Ну, согласен. Как сказать, ванильный хоррор. Ну, может быть, и ванильный. Но чем-то от него попахивает определенно. Это вот, типа Until Dawn, это типа... Вот этот как у Man of Medan. Здрасте, бабуля. Тут все на скримерах, короче, строится. В году 1692 мы собрались, дабы засвидетельствовать праведную казнь. Нет! Эми признана виновной в связях с дьяволом и будет утоплена как колдунья. Помолимся за упокой ее души. Нет, это не хардкорная игра. Просто сделала турно. Как выберешь, так она и будет. Ты не ведьма. Ты не ведьма. Ты заслужила смерть. Сжечь, молю суку. Тебя. Я бы ее спалил просто из-за ебальника. Требования. Скажите, что делать. Ты же точка конжал. Давай, что делать. Я не знаю, как помочь. Скажите, что сделать. Молю, сэр. Смилуйся. Спаси. Надо-то что? Дьявол подле нас. Явился к своей слуге. Он освободит ее от цепей. Айзек, завершим же деяние поскорее. Воля суда должна быть исполнена, покуда не поздно. Дьявол дает ей силы. Свяжите ее покрепче. Обоссыте ей рожу. Вот муж что стоит? А, ну он, в принципе, да, он, в принципе, не мог ничего сделать. Его бы тоже спали. Исполни волю суда. Отправь ведьму к ее хозяину, покуда он не пришел поздно за нами. Литл Хоуп не спасти, он погряз во тьме. То есть скрюченное уебище, которое ползало у этих клоунов за спинами, это что, бабулька, что ли? Она тоже в цепях. Ее тоже кидают в воду. Она только должна немножко с годами распухнуть. Ну ладно. Но в том повинно не колдовство или пришлые демоны, он гниет изнутри! Загадки тебя не спасут, женщина! Ну не загадки! У дьявола много обличий, кому как не тебе знать. В Литл Хоуп он скрылся под покровом невинности. Под личиной дитяти, обвинившей меня. Пока Мэри жива, Литл Хоуп не обрящет спасение. Вот твое зло, преподобный. Меж вас самих. Айзек. Давайте толкайте ее. Ничего, бабулька выплывет. Все, Барсик. А бабушке пиздец. Что поделать, такие времена были. Там не только одна бабка померла, там, блядь, или не всеми этими селениями выжигали. Достаточно было пальцем показать, и все. И ведьму всех на костер. Что там было? Ну же! Туби пизда. Не знаю, как сказать, что я увидел. Давай. Вашего двойника в цепях столкнули в реку. Утопили. Ну, лучше правду сказать. Вон она там плавает, все нормально. Она всплывет, как Джейсон Уоркис. Это мне сдается, каждый из этих персонажей двойником ходит по этому городу и пытается вот их замочить. Ладно, я первый. Ладно, вы двое, спускайтесь. А чё это очкарик больше не ссыкун?
что-то не понимаю этого персонажа. Но он первый дёру нарезает. Раньше всех. Джон, держитесь! Ну, уходит всех после. А если бы я спас только очкарика, не факт. Бабульку бы сожрала бабулька. Да, такая же, только цепь. Анжела была на волоске. Ее чуть не постигла участь хуже смерти. В смерти нет ничего такого ужасного. Отлично. Ёб твою мать, красотища какая. Зонин Паша ПЛЛ подписался на ваш YouTube-канал. Ставки, тот пистолет мог спасти кому-то жизнь. Вот не так ли? Или отнять ее? Эндрю лишнего не болтает. Разумно. Себя надо беречь. Почему он ствол? Стволом не пользуется. Заходи. У юноши есть интересные теории. Или вы поддерживаете теорию Дэниела, что все они мертвы? Вот смерть пришла, но сон не прервался. О, что за буря поднялась в душе! Мне снилось по безрадостной реке угрюмый лодочник. В стихах воспетый меня повлек в обитель вечной ночи. Думаю, это возможно. Может, водитель что-то прояснит? Именно, где он? Вам, наверное, совершенно ничего не понятно. Двойники, призраки, ведьмы, демоны и смерть. Что, скажите на милость, может связывать все эти души? Думаю, мы это выясним. Давай. Я получил разрешение дать вам одну подсказку. Хотите? Ладно. Расскажи, что за хуйня тут происходит. Ну что ж, мы с вами еще раз обратимся к Барду за тайным наставлением. Я встречал его, да. Я же встречаю всех. Акт 5, сцена 1. В которой Клеомен умоляет Леонта простить себя за смерть Гермионы. Пора вам поступить как небо, которое простило вас. Забудьте то, что позабыли боги. Ну, хуйню ты, блядь, несешь вообще? Идите же. Где подсказка? Вам нужно продолжать, как бы ни было страшно. Захуйнил эту хуйню. Так себе подсказочка, ладно? Ладно, не бегу. Стойте! Так, бабка рыжий. Толстый. Где те двое? Что это была за гребаная хрень? Никогда такого не видела. Оно как выползло из кошмарного сна, видели? Страшный это ты, жуткий это рот, ты. Мертвые пустые глаза. Главное, его больше нет. Я уже думала, оно меня схватит. Я чуть не сдохла. Ты напугалась до смерти. Мы тоже. Но нам удалось свалить оттуда. Вообще цело. О, да. Слава богу, мы целы. Мы в безопасности. Эта тварь, чем бы она ни была, все еще где-то здесь. Может, дышит нам в затылок? Ну, эта тварь не очень-то быстрая из-за цепи, я так понимаю. Она была в цепях. Совсем как женщина, брошенная в воду. Это же не просто совпадение. Ну да. Кто-то видел, что случилось с Тейлор и Дэниелом? Они должны быть близко. Он еще кто-то ползет. Пойдемте уже. Прям нашел. Играем за бабульку. Под сим камнем покоится Айзек Уоллок.
43 года. Умер 21 октября 1702. Айзек. А, ну получается, Айзек это Эндрю вроде. Ну это не то. Блять, ну ебло у меня. Объебано. Такими хорами полузакрытым. Рисовальщики. Может, пойдем? Мне здесь не по себе. Может, и пойдем. А куда? Так, тут еще какая-то. Томас. Под тем камнем покоится Томас Вайман, вице-губернатор и судья. Умер 30-801. Ее жена его Мэри Вайман, почившая в феврале 1689. Зачем мне эти могилы рассматривать? Шелест Руслан подписался на ваш YouTube канал. Пойдем. Подальше. Спасибо, Руслан, за подписку. Я целиком за то, чтобы оказаться как можно дальше от этой мерзкой твари. Уверен, Дэниел Стейлор думает так же. Вовремя иногда озвучка это происходит. Подписок. Прячьтесь, живо! Это на велике. Там на велике этот как-то. За велик стоял, правильно? Это нигер. Ну. Нигер, пугашка. У него велик такой зловещий, блядь, как у этого. Как у Джиперса Криперса, блядь, с катафалком. Мне кажется, лучше не лезть к нему. Он бухой, и у него велик страшный. Вы помните, что сказала женщина перед тем, как ее утопили? Девочку должно остановить. Речь шла о судах над ведьмами, так? Не уверен. Ладно, идемте. Пиздуемте. Пиздуемте. Блять, ну, сейчас в дом полезут, естественно. Я зайду и осмотрюсь. Вообще, инстинкт самосохранения у людей отсутствует там. Кто-то цепями управляет. Как ты? Интересно, этот мутант нас сейчас преследует? Не думаю, что он идет за нами. С чего это ты взял? Красотища какая. Нам с тобой нужно держаться рядом. Рядом, говоришь? Стандов 2 подписался на ваш рядом. YouTube канал. Спасибо за подписку. Вот так? Чуть ближе, ну-ка, много флирта. Чуть ближе. Как еще будет ближе. Секс? Нет, отменили секс. Я так ждал. Пошли его нюхивать. Потом шелест. А может кто-то чип сожалел? Что там? Думаю, ничего. Я что-то слышала. Ведьмин мост, что? Электрическая тропа или Little Hope? Тропа ведьм. Ну мне по ней, наверное, да, пиздовать? Давай-ка быстренько сюда пойдемся, на наличие посмотрим, всякой хуеты. Давай быстрее.
Они тут не могут бегать. Элементарно. Куда он будет ходить? Хождение кругами — это ведьма из Блэр, блядь. Твою мать. Просто ну его нахрен, клише на клише, блядь. Не думаю, что есть другая. Не шепчет. Ничего, так маршрут. Я тут уже нагулялась. Где не находится? Ох. Не видел я где-то. Ведьмина тропа. Ну, сейчас, по идее, должен кто-то выскочить впереди, либо похрустеть сзади. Эй, сюда! Посмотри на это. Лучший мост. Самый надежный. Эта тварь может быть еще здесь. В воде. Вот именно. Нет, мы от нее оторвались. Уверен. Может быть и нет. А может быть и да. Черт! Иди первым, ладно? Ты весишь куда меньше. Чтобы ты первый меньше. Пизданулся. Давай лучше ты. Я ни за что не полезу на этот трухлявый мост. Иначе мы остальных не найдем. Выбора нет. Ладно. Я пойду вперед, а ты за мной. А зачем именно по мосту ебашить? Отлично. Это что, блин, жизненно нам необходимо? Я не знаю. Надо обязательно провалиться по-тупому. По-моему, там был еще ход, если не ошибаюсь. Что это было? Ну, вон там кто-то носится. Картинки, че, ничего не собирается. Кто-то же должен сейчас выпрыгнуть. Ты видишь? Могила ведьмы. Считается, что этот камень отмечает место погребения первого человека, казненного во время судов над ведьмами в Литл Хоуп. Уходим отсюда. Чок начал появляться. Уберите свои руки! Тише. Умоляю. Мэри? Мэри! Мэри! Сюда, я здесь! Мэри, исток всего зла здесь. Что, блядь, зло? Происходит? Какое зло? Вы знаете, что происходит? Потому что мы вообще ничего не понимаем. Мы до смерти напуганы. Толкуете мне о смерти? Нынче я извлек тело жены из водной могилы и зарыл в землю своими собственными руками. Похоронил, окей. И все из-за нее. Мэри. Девка мелкая во всем виновата. Почему так похожа на Джона? У меня нет ответов. Может, я уже околдован ведьмой? Я нашла ее. Вот она. Отколи она у тебя? Я сама ее смастерила. Я возьму, дабы уберечь тебя. Домыслы и вероломство нашли приют в Литл Хоуп. Мы все в опасности. Прошу, блядь. Оставь ее мне. Ну, пока одно с другим что-то не особо вяжется. Закончились глюки. Хватала бабка пару раз, хватала девка, по-моему, один или два раза. Сейчас мужик хватает. Нет. Ни одного телефона. Ладно, похоже, мы и вправду здесь застряли.
Ну, хоть не заставили подолгу шараевать. Нет, пока нет. Надеюсь, они в порядке. Я думал, мы быстрее найдем водителя. Куда он делся? Да что ты к нам привязалась? Пошла нахуй. Она хочет, чтобы мы шли за ней. Это может быть ловушка. Пойдете за ней? Она может заманить нас прямо в ловушку. Те две девочки. Одна из прошлого, а эта девочка из настоящего. Может, девочка, которую мы видим здесь, своего рода отражение девочки из 17 века? Это логично. Не будем ждать Дэниела Стейлор? Если бы они шли в эту сторону, уже бы дошли. Не отходите. Неизвестно, что там. Может быть, это ловушка, и все равно попиздили. Ой, ебанутый. Эй, подождите! Оп, не оставляйте. Слышь? Ох, ну и гадость. Блядь, сейчас так тупой улетит вообще. Эй, вы тут? Бабка, да? Так, это было введение. Скоростной монстр, пиздец. Я вот чуть-чуть не успел, и бабку, короче, отсеяли. Давай по-быстренькому, беги. Блять, еле идет. За ней какой-то монстр. За ней какой-то монстр ползет, она еле пиздует. Где мозг вообще? Господи Иисусе. Блять, ну быстрее, где ее? Ёб твою мать, красотища какая. Бабка открыла дверь. Олег Борошно подписался на ваш YouTube канал. Спасибо за подписку. Бабка не сдохла. Я знаю. Пока конкретно не показали то, что у нее башка отлетает. Нет! Еще что-нибудь отлетает. Чем она такое заслужила? Либо она сгорает там. Она не мертва. Она потом появится. Пока Дэниел Стейлор нас не найдут. И за девкой. Эй! Что-то мешает открыть дверь. Помогите толкнуть. Они что, вдвоем целый стул двигали? Пиздец. Сироп, привет. Спасибо за поддержку. Рад видеть. Это место напоминает какой-то музей. Она здесь? Спокойно. Мне не по себе. Соберитесь. Было бы тупо, если сейчас за очкариком бы дверь открылась. Мы не допустим, чтобы кто-то повторил судьбу Анжелы. Вы уверены? Я сделаю все возможное, чтобы защитить нас. Когда выберемся, сразу найдем остальных. Если они еще живы. Почему девочка ходит одна? Это странно.
ордер на конфискацию. Должно быть. Но пока непонятно, как именно. Сей орден выдан Советскому городскому управлению 7 дня месяца января в году 1692. Властью велено две запашки земли до западной реки Зеленого холма. Все жилища на сей земле надлежит освободить. Весь домашний скот будут изъяты по старому договору. Им будут уплачены все затраты. Англии на сумму 20 фунтов, 7 шиллингов и 6 пенсов. И завершатся все между семействами. Дозволено обжаловать сей ордер, но велено предстать перед Советом городского управления 7 дней. Эдвард Розуэлл. Сначала княженцы возьму. Опять ведьмы. Такая же была в доме. Музей Little Hope 7999. Куды над ведьмами Новой Англии. Такая же была в доме, который сгорел. Очкарик там уже ходит во все. Кстати, во время суда стояли такие же манекены без ебальника. Экспонатов. Ну, все, да? Смотрел. Киевки. Нубли в игры, привет. Нет, не страшненько. Ну как, относительно, чисто скримеры, короче. Скримерами давят и все. Вот а прям такое из ряда вон нет. Мне больше нравится, когда атмосферы побывают. Эми Ламберт, первая из обвиненных. Эми была обвинена в колдовстве девочкой Мэри Милтон, которая заявила, что видела ту, летящую на ивовой ветке. Ивовой ветке. Полное ощущение, что мы там были. Когда в суде возразили, что Эми видели за много миль от этого места, Мэри сказала, я глядела, как ее губы шепчут заклятие, признала ее за демона в обличии Эми. Пастор Карвер назвал это в своих записях призрачным свидетельством. Короче, мелкая манда спалила с бабульку то, что она ведьма стала. Потому что малой так захотелось. И бабульку ёбнули в воду. Вот она, собственно, на картинке изображена. Кукла, да, вроде, которая девка таскала постоянно. Данная кукла предположительно изначально принадлежала ребенку в конце 16-го. Взгляните! 16-го. Нет, 17. Только вот и кукла там. Я это уже видел. Торчала иголка, что ли? Где? На дороге, возле того задрипанного бара. Мы с Анжелой увидели ее и подняли. Как раз перед тем, как Мэри напугала нас первый раз. Занятно. Какую хуйню тащит? Она привела нас сюда. Она вот так. Может, она привела нас? Хотела это показать? Прям рыжий детектив. Давайте рассмотрим ее. Какого черта, профессор? Прямо из-за одной куколки. Девка восперла через весь город. Есть множество историй о том, как духи вселяются в предметы. Да, в кино. Аккуратней, ладно? Что если дух Мэри все еще живет здесь? Сожжем ее, и, быть может, на этом все закончится. Так, подожди, ты же профессор, нахуй. Ты же не должен видеть вообще эту хуйню по ту сторону. А, блядь, ладно.
Да, вдруг это разозлит. Есть еще вариант. Может, уничтожение любимой вещи только разозлит ее. Вы правы. Тоже мне профессор, блин. Профессор, конечно, лопух. Но аппаратура при нем. Готов к переносу. Я Мэри Милтон. Это тетка, да, по-моему, которую спалили. Признаю истинность увиденной мной греховности. А, нет, подожди. Мэри Милтон, Мэри, это девка мелкая. Мэри Милтон, признаю истинность увиденной мной греховности. Перед днем субботним госпожа Эми подле ясеня толковалась с черным Самуэлем. Духом в облике собаки, говорящей человеческим голосом. Затем она трижды повернулась и изъявила согласие служить духу и приводить ему деревенских детей. Затем она смастерила куколку и наложила на нее заклятие, дабы проникнуть, проклянуть тех, кто супротив нее выступит. И прочие темные деяния видели мои очи. 25 февраля 692-го. Монткавер. Егор Крид, привет. Так, тут что написано? Что написано? Так, а? Готово к переносу. Тянем. Это и суд. Мелкая девка валяется. Понятно. Как дела? Да, отлично. Правда, вот на работу скоро идти. Неохота. Хотелось бы доиграть. Что-то такое ощущение, да, что эта игра не очень-то длинная. Кошка. Бля, неужели сейчас так модно просто пугать все именно скримерами? Ничего себе, это тот же суд, который мы видели в участке. Люди как ужасно похожи. Да. И девочка Мэри всех заложила. Похоже, ее мы и видели. Тут не очень, кстати, качественные диалоги прописаны. Чувак еще договорить не успевает. Да, Егор Крид, я видел, что ты мой подписчик. Я поблагодарил за подписку тебя, но только чуть раньше. Ну, еще раз спасибо. Ну, чё, кошкой такой. Некоторые диалоги тут прерываются. Чувак не успевает договорить, его хлоп, обрывает. Диалог продолжается. И не очень то, что тут скримеры не пугают. Это уже, по-моему, блядь, прошлое десятилетие, наверное, где-то так. ВСД, ну, этот как, давай я сейчас до работы там дойду. Попозже я за это подпишусь. Мне не сложно. Так, что там? Назад. О, здесь выход. Куда делась девочка? Вот именно, вы не выход искали, вы искали девку. Может, этого она и хотела? Привела нас к кукле и готова. Не уверен в этом. Ну и что, что она к кукле привела? И что? Готов, не уверен, блядь. Почти разрядился. Все равно сигнала нет. Пойдите, дорогой, к остальным, держите их вместе. Ты слышала? Может. Добавка, что-то я слышала, не уверена. Народ!
Профессор! Это вы там? Он совсем тупой, что ли? Бабка ёбнулась в канализации. А, подожди. Они не могли знать об этом. Где остальных носит? Тогда логично. Может, тоже заблудились? Думаешь, они ищут нас? Наверное. Анджела уж точно не бросится меня искать. 100 пудов. Она, конечно, не подарок, но не настолько. Ты ладно, точно уверен? Бабку поносить. Да, я ее давно знаю. Может, бабулька всех спасет еще? Жизнь у Анджелы не так. Вот такое бывает. Но сердце у нее доброе. Может, ты и прав. И печень добрая. Так, спорим, никого нет дома? Нет уж, без меня. Но первое здание за долгое время. Найдем вход? Прям как шляется по найти разным домам, блядь, ребята, магазин, нахуя? Ты что, еще и взломщик? Шакалит туда-сюда, блядь. Я им в прошлой жизни был. Поэтому он попадает во всякую хуйню. Могли бы, бля, просто передавать по дороге, нахуй, никуда не встревать. Давно бы уже спокойно дошли до заправки. Хули ты там палишь вообще? Стоит, покупает. Или за окошко кто-нибудь схватит, нахуй, тащит к себе. Будет там ебать по жизни. Здесь мы не пройдем. Да ладно. Боже. Да, добавляй. Если хочешь, добавляй ВК. Что надо? Возьми ты, выбей окно. Эй, Тейлор, посмотри. На что именно? На отражение в лице. Думаю, посетителей давно не было. О, да. С тебя 10 баксов. Хрена лысого, я с тобой не спорила. Хорошо. Открыто. Я его подниму без проблем. Бля, так возьми да подними, нахуй об этом говори. Что за новости, ебучие? Мы, конечно, можем поспорить, кто пойдет первым. Но результат же очевиден. Ага. Отлично. В городе никого нет, хуй знает сколько лет. Эй, что за... А ну вот они в музее. Тише, здоровяк. Не бей страшную куклу. Смешно. Если эта залезай кукла давай начнет передвигаться, она по-другому скажет. Так, очкарик с рыжим, значит, где-то здесь рядом. Давай, сюда. Они прям как живые. Ну и жуть. Что там? Девка мелкая. Я там что-то видела. Ты куда идешь? Ты ебанула? Ты уверена в этом? Нет. Я просто хочу подохнуть. Это толпа самоубийц. Реально. Да, давненько никто не хватал ничего. Там кто-то хрипел. Отсюда, да, пришел? Видение открыто. Хорошо.
Это вы? Тейлор! Вы-то кто? Блять, ёбаная камера. Тейлор! Смоги нахуй дверь выноси, разбивай ебальник. Что происходит? Только я бы оружие какое-нибудь поискал бы. Чтобы нормально разносить ебальники. Блин, давай же! Что такое? Там голоса. Я, блядь, себя увидела! И она меня тоже! Странно одета, странно говорит! Какого хера? Прости, что я не был рядом. Женщину ту, похожую на меня, уволокли как какую-то преступницу. Черт. Идем отсюда. Согласен. Блядь, вот что им мешает вооружиться? Вот у них кроме фонариков уже нету нихуя. На них кто-то постоянно нападает. Блядь, вы возьмите какие-нибудь палки в руки, я не знаю, какую-нибудь хуйню там, блядь. Я бы вонючие носки свои там, блядь, обмотайте на кулак. Вот, нож хотя бы. Будет очень тупо, если он его, блядь, положит обратно. Я нашел нож. Может, это и был нож, когда динозавр вылез. Ёб твою мать, красотища какая. Может, возьмем? Да, возьми. Никита Заяц, зачем? Подписался на ваш YouTube канал. Для самозащиты. Приду. Спасибо, Никита, за подписку. Ладно, я возьму. Ладно, если тебе так будет спокойнее, давай. С такими раскладами давно бы уже пора каким-нибудь оружием, хотя бы элементарным, завестись. Нож они нашли, блядь, спустя хуй знает, 2 часа ходьбы по темному городу с какими-то монстрами, привидениями, со всякой хуйней вот этой. Это пиздос. Это фиаско, блядь. И, блядь, святая мать его Библии. Кто-то не Библию почитывал. Элементы стихии располагаются далеко от привычного их размещения. Однородные части смещены. Возможно привести каждый к элементарной форме. Смещение точки образует линию. Должно быть ее верно. И здесь тело, душа и дух. Иероглифическая команда. Тройственная магия первых раз. Линки. Далеко от привычного смещения точки. Хотя бы у этого дурика нож есть. Ржавый как раз, чтобы вырять из этого и было заражение. Главное, чтобы он никто не забывал его проворачивать. Вроде как по хронологии они после очкарика зашли спустя какое-то количество. Да, они заходили уже. Забрались эти. Она опять пропала. Нет, он наш вилли. Я читал. Куклы нету. Эй, посмотри. Уже куклу кто-то пизданул. Данная кукла предположительно принадлежала ребенку в конце 17 века. Жуть.
кошмар. Погоди, я поняла. Пропавшая кукла — это та, что была у девчонки. Думаешь? Ей бы Нобеля нахуй. Как странно. С дедукцией. Это странно? Да тут все как из фильма ужасов. Не хочу тут быть и минуты лишней. Поддерживаю. Давайте, наверное, смотрите, сейчас выйдем. Будем закругляться. Идем, нам туда. Интересно, насколько они отстают от очкарика с рыжим по времени. Папка, понятное дело, как по канону появится позже всех. Вот и вы. Теперь вот мы начали хоть что-то понимать. Немного. А тварь, чем бы она ни была, продолжает преследовать Анжелу. Неустанно. Надеюсь, Анжела в порядке. Наши друзья отыскали еще одно орудие смерти. Уходит от дорог. Это хорошо. Станешь их обтягивающим. Давайте я помогу. Чуть-чуть подскажу вам. Да? Ну давай, давай еще. Что ж, как может бы быть, так вот это подсказки стоит. Ясен. У всех есть свои демоны. Они принадлежат лишь нам. И часто рождены из сожалений. Вот мудрые слова одного великого ирландского драматурга, которого я повстречал в Париже. Точно. Не торопись осуждать. У святого есть прошлое, у грешника же будущее. Она лишь дитя. Так что поговорим позже. Ну, это, значит, говорит о том, что невозможно и не девочка вроде всех поставила. Гляди, повезло. Вот дорога. Возможно, дело в другом. Остальные должны короче говоря, рядом. Она специально путает, что ты и так не думал. А то нам так сегодня ни хера не везет. Да, вот именно. Ладно, ребят, будем закругляться. На сегодня все, пока. Ариан, работа не ждет. Всем спасибо за просмотр, спасибо. Подписки, лайки, комментарии, пишите, подписывайтесь, продолжайте подписываться на канал, продолжайте ставить лайки, поддержку. Это всегда важно. Всем еще раз спасибо и пока.